Указ губернатора 27. Читайте внимательно. В соответствии с новым указом правительства Нижегородской области, на период нерабочих дней должны приостановить работу все магазины, кроме продуктовых и аптек. В связи с этим специалисты Комитета по управлению муниципальным имуществом и сотрудники правопорядка устроили рейд по торговым центрам города. Могут работать аптеки, продовольственные магазины, товары, магазины, которые обеспечивают население товарами первой необходимости, система, образующая промышленные предприятия. И вот по этим вопросам у нас много замечаний к отделам, которые размещены непосредственно в торговом центре. В магазинах, которые продолжают работать в обычном режиме, проверяли QR-коды о вакцинации у всех работников. А вот остальным нарушителям закона сделали замечания и вынесли предупреждение. После проверки сотрудники УВД просили закрыть все отделы. Ресторан «Прайм» выполнил все необходимые требования указа, и сейчас заведение работает только на вынос. Также сотрудники администрации и УВД проверяли, как жители города соблюдают масочный режим. К сожалению, дело обошлось не только замечаниями. По соблюдению масочного режима все-таки в Евроспаре имеются покупатели, которые ходят без масок, и по ним составляли протокол. Теперь, если отделы хотят продолжать работу, то им нужно предоставить сотрудникам Комитета по управлению муниципальным имуществом документы, которые подтверждают требования указа. В дальнейшем специалисты еще раз проверят все торговые точки. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.